Zombie apocalypse. Всем привет! За окном уже потихонечку падает снег, температура опускается к минусовой отметке. И сегодня я вам расскажу, как перевести пластиковые окна в зимний режим. Там есть летний, средний и зимний. Сейчас я покажу. Для этого мне пришлось снять вот такую вот штору, жалюзи с окон, потому что мне не открыть окно. Здесь стоят такие вот штуки, которые крепятся. Сама штора. И когда открываешь, она упирается сюда. Мне тут даже уже вмятина. Я ее уже снял. Сейчас откручу вот эту штучку. Там тоже сделаю то же самое. Для того, чтобы полностью открыть окно. Для того, чтобы отрегулировать на зимний режим. Так, вот я снял. Покажу для примера на одной половине. Все уж окна не буду показывать. В общем, для этого вам нужно будет шестигранничек, вот такой вот, они могут быть, кстати, разные, побольше, поменьше. Так вот, здесь есть вот такие вот штучки, которые, в принципе, и держат само окно, прижимают его. Здесь вот такие вот пимпочки установлены, железячки, они, кстати, регулируются вверх-вниз, это когда окно регулируется. И вот такие вот. Соответственно, она за них заходит. Когда вы ручку двигаете, видите, она двигается. Соответственно, вы закрываете окно и поворачиваете саму ручку. Так вот, эта штука туда заходит и, соответственно, ее держит. Она со смещенным центром для того, чтобы регулировать плотность прижима самого окна. Здесь есть риск, это максимальный прижим окна. Максимальный прижим окна нужен для того, чтобы в зимнее время поменьше ваше окно продувало, то есть меньше щелей было. Вы скажете, в принципе, а почему бы постоянно не держать в этом режиме? Но фишка в том, что вот эта резинка, когда постоянно на нее идет давление, со временем она деформируется и остается вот в таком состоянии. И после чего начинает образовываться щель и все равно проникает холодный воздух в квартиру. Для этого переводит в летний режим. Вот эта риска должна быть направлена в сторону улицы. И пока летний режим, ничего страшного, что будет немножко сквозить, потому что, в принципе, лето, тепло, и резинка потихонечку восстанавливается. Она расправляется, и когда приходит зима, вы опять переводите в зимний режим, и уже прижим гораздо лучше идет на расправленной резинке. В принципе, еще говорят, что нужно переводить в осенний и весенний режим. Это, грубо говоря, должна резко стоять вертикально. Но я такого не делаю. Я перевожу только в зимний и летний режим. Для этого нужно сюда вставить шестигранник и просто повернуть. Вот таким вот образом поворачивается. Вот так вот, грубо говоря, осенний-весенний режим. Так, зимний. А вот так вот в летний. Но так как у меня уже пришла зима, я все сейчас переведу в зимний режим. Такая вот штучка здесь не одна. По окну их, в принципе, тут приличное количество. Вот здесь внизу есть. Наверху там есть две штуки. Не буду туда забираться. Когда будете регулировать, тоже не забудьте. Снизу тут есть одна. И когда открываешь полностью окно, вот здесь тоже одна, вторая. Не забудьте их регулировать все вместе, потому что если вы отрегулируете несколько штук, а остальные забьете болт, то будет перекос окна, и там, где вы не отрегулировали, будет сквозить еще больше. В чем и была моя ошибка, я
поначалу не стал снимать жалюзи, думал, ладно, фиг с ним, оставлю, и отрегулировал только вот с этой стороны, вот эти, снизу и вот эти боковые, и сверху. И у меня здесь начало сквозить еще больше, чем было. Поэтому сейчас я снял жалюзи, открыл полностью окно и буду переводить в зимний режим. Ну и также, в принципе, я сделаю со всеми своими окнами во всей квартире. Ну вот и все, с чем хотел я сегодня с вами поделиться. Надеюсь, мое видео было полезно для вас. Если да, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Все, всем счастливо, пока!